Всем-всем-всем большой привет, с вами Пикл Хиро Арай Хигаши, и мы продолжаем прохождение игры Wizardy 8. Ничего не нашла. Остановились мы на том, что убили, ну, довольно-таки легкий бой был, мышей летучих, но мы все еще в монастыре. А, ну и до чего эта штуковина? И нам нужно тут кое-что сделать, а именно вот это. Это все, то есть, ну, перегрев совершился у нас. И... Ясно. Опа, давай, исследуй, Димыч. Клёво. Отличненько. Броня 4, топор говно. Ну, броня тоже. Можно так сказать. Ладно, мы все продадим, естественно. Вот, после того, как мы это сделали, у нас там произошел перегрев систем. И все, что было под стеклом, у нас теперь без стекла. Соответственно, мы это можем взять. Отлично, отлично, еще раз, отлично. Сейчас мы это все и возьмем. Я надеюсь. Так, одна вещь. Насилище ока закончилось. Я слушаю. Да уж. Ну, ладно. Закончилось, так закончилось. Возьмем вот эту штуку. Тосейдо вверх, это на самурая. Нам она, в принципе, не нужна, но мы ее продадим. Да ёкалмы, вы можете по лестнице нормально забираться, ребят? Во. С лестницей тут проблема небольшая. Иногда бывает. Вот, заходим сюда. Смотрите, берем жезл. Отряд получил щелеля. Щелеля. В доступе отказано. 25. День владык. Время пришло. Но что-то идет не так. Этот чернокнижник не упомянут ни в одном из пророчеств. Неужели даже звездные владыки не смогли проявить его появление? Мы должны изучить это событие. Я послал в мир нескольких братьев для сбора всей доступной информации о нем. Скоро и я примкну к ним. Ясненько. Это что у нас? Пропуск братства мы взяли, да? Братство сохранение, что-то и так далее. Шлела. Инициатива плюс один, нокаутировать 5%. Посох и жезл, удар. Это одноручное оружие, надеюсь, да? Если это одноручное оружие, то можно... двуручное погружение, можно вот так вот сделать. Прикольно, да? Так, ладно, взяли мы эту вещь, прочитали, и главное, взяли пропуск. Это, видимо, было то, что нам было самое главное. Тут взять надо пропуск этот. Вот теперь можно побегать немного. Теперь можно немножко побегать. Не сюда только. Понятно, что можно продать было бы все не тут, не так, а не здесь, да, но... У тебя такой нубас, что пойду продавать. Я что, не могу в Нижний монастырь, что ли, спуститься? Могу? Что за бред? Да? Так, мне нужно тут продать вещи будет. Нужно продать вещи. Помните, там типчик был? Вот ему нужно все продать. Не могу ничего отыскать. Может быть, это, конечно, глупо выглядит, но... Ай-яй-яй-яй, на втором этаже же это все. Создания должны так или иначе отдыхать. Да знаю я, уруба, отдохнете вы, чё вы, блин. У меня веки словно свинцовым налили. Вейс, успокойся, все хорошо.
Поспишь ты, братюнь, поспишь. Ну, позже. Тут что ли это? Да, похоже тут. Такс. У меня есть кое-что новенькое. Что ж у тебя новенького-то есть? У меня что-то новенькое. Эй! Ага, понятно, торговля общая. Продать фейерверк. Чехпыль. Порошок вспышки. Все что ли? Мы не можем никакого оружия ему продать. Блин, бред. Палаш, стрелы, дротики. Камни, болты, шапка с пером, замшевые брюки, картич, порошок от паралича, порошок воскрешения, зелье лекаря, зелье знахарки, сок недомогающий, кожаный щит. У тебя есть оружие? У тебя нет оружия. Понятно все. Зря я сюда ходил только. Ну ладно. Увидимся. Действительно, зря бродил. Бывает, конечно. Бывает вот так вот. Не могу ничего отыскать. Я слушаю. Твою мать! И не говори. Да. Плохо. Я слушаю. Качаемся. Потом все равно будем выходом монастыря спать, поэтому просто качаемся. Зря, конечно, ходил к этому торговцу, блин. Тоже мне торгаш. Ни хрена полезного нет. Я хотел купить прощули, луки для наших магов, для наших варов, чтобы они качали в бою и заодно и дальний бой, если они далеко стоят от цели, когда наши маги кастуют. Но вот не получилось, к сожалению. Беда. Немножко пробежимся. Тут все-таки никого вроде не должно быть. Мы всех убили. Да и вещи мы все нашли, кажется. Ну что ж, спимс. Понятно, что все бафы слетают, но что поделаешь, как говорится. Выходим. Фух, наконец-таки, сука, это 9-я серия у нас получается, да? А мы только-только вышли из монастыря. Это, конечно. Это, конечно, круто. Я слушаю. Реально круто. Да. Кстати, можно уже магию земли ему учить какую-нибудь. Вполне. Так, ну пока что сейф. Мифология поднялся. Мифология поднялась. Мы видим, что там враги. Вот они, родные. Крабы, дорогие. Вот они родные, крабы дорогие, да? Град камней. Окей. Зуд, благословение, безумие.
Будет сделано. А тут, тут магический кран мы кастовали, ангел-хранитель можно кастануть. Хорошо. Да и подышать можно немножко. Есть! Есть! Поехали! Ну так, неплохо, камушками-то, а не раскачанными, да? Ратуекс имбрис! Правда, безумие ни на кого не наложилось, кажется. Ну, чё ж поделаешь. Куча крабов, конечно, там еще панцирные, яда краба, то есть куча. Главное, чтобы дыхание всех задело сейчас. Будет отлично. Тогда. Ну, задело, конечно, чуть-чуть, но по чуть-чуть, курочка по зернышку, да. Крабов-то почти не осталось, мать вашу, 21 урона. Это что за хренотень была? Вообще. Окей. Это жесть какая. Хорошо. Это жесть. Жизнь. Будет сделано. Ослабление лечим тут, вернее качаем. Сколько у тебя хп? 15. Осталось тут 37, да? Панцирных много, больше. Осталось 4 панцирных краба. Где 4-й-то? Вот он. Ну что, давай биться-то? Чё ты? Что, не можешь биться, что ли? Вары, ёпарасы. Ай, мать вашу. Учения не осталось. Учения не осталось, да? Это хотя бы зуд кастануть. Будет сделано! Град камней, еще один можно кастануть. Будет сделано! Хорошо, что ангел-хранитель отвел угрозу. Так, нам чуть вперед подойти просто надо будет, да? Во. Опять поехали. Хорош. Ну ах, мажет фикс, ну он бывает. Град камни качаем, хотя бы. Хотя бы морожение качнем. Не получилось. Зуд наложили на одного. И то неплохо, да? Крабы, к сожалению, могут бить дальше, чем наши вары, поэтому беда. Небольшая. Еще и фиг сможет. Но победить мы их должны в любом случае, это 100%. Давайте попробуем паралич вот на него наложить. А тут безумие. Будет сделано. Эх, мажут наши милишники. Иракамас. Заклинание не подействовало, к сожалению. Ай-яй-яй-яй-яй, живи, блин, живите. Есть. Твою ж заразу-то, а. Приходит за всеми, но за ним она пришла слишком быстро. Ах, 980 опыта он не получит. Ну там наш порошок воскрешения. Здорово, премного благ. Эх, блин. На, беда. Здесь ничего. Спим.
Слушаю. Да. Мы свет-то прокачали, а? Прикольно, однако. Ладно, поехали. Давайте ходить только, а. Ребята, ходим. О. Ага, отлично. Новая партия, да? 82-82. Посредственный соперник, говорите. Ну не знаю, не знаю. Насчет посредственного соперника я бы так не сказал. У нас с зудом там наложится, он не наложится. Будет сделано. Далеко, конечно, но. Хорошо. Четыре рабочих, а один вор, да? Вор 19, хп рабочий 76. На, рабочие более такие жирненькие. Только на одного. Камни по всем, но это так. На самом деле, он, да. Нам безумие нужно срочно. Нам нужно очень срочно безумие. Будет сделано. На них. Окей. Телохранитель. Хорошо. Себя. Неплохо, 4-6, в принципе. Ну давай, подходы по одному, гад. О, отлично, безумие, безумие, безумие на троих. Круто. На троих безумие, это классно, это действительно классно. Вот, да-да-да-да-да-да-да, то, что нужно. Вот, да-да-да, бей друг друга. Уничтожай. Пробьют по нашим варам, конечно, но не только по варам, правда здесь. Так, что у нас еще есть, кроме безумия? У нас есть лечение. А почему бы и нет? Качаем лечение. Будет сделано. Что у нас тут есть? Град камней у нас есть, да? Да. Окей. Что у нас тут осталось? Лечить легкие раны. Хорошо. Качаем просто магию. О! Больно. Бейте друг друга, вы же безумны. Еще град камней неплохо. Да, неприятный тип врагов. Очень неприятный для нас получился. Лечение. Самого себя. Сделано. Обморожение. Поехали. Вот, да-да-да, бейте сами себя. Кстати, наш Рога стал попадать, очень классно. То, что он стал попадать. И добивать! Роба даже, смотрите, камушком-то. На четверку. Тот вообще убегает. Гаденыща, 5 хп осталось и убежал. О, есть! Парализация! Парализация! Зашибись! Приплыл, друг! Давай, родной, иди сюда. Окей.
Промах по парализованному, да ладно. О, вернулся, смотрите. Два хп осталось. Жалко, не добили. Обморожение. Хотя не обязательно, на самом деле, можно удар звуком сделать. Окей. Давай, Кеннич! Хоть и написано, что непосредственные соперники, но это далеко не так. Отлично, страх еще наложился. Красота, это страх, правильно? Да. И безумен, и напуган. Это страшное сочетание. Безумство со страхом, это, конечно, страшно. Ну бы еще наши вары, блин, попадали бы, а. Будет сделано. Главное, ДПС-то сейчас от них исходить должен. Сейчас вернется. Промах. 50 хп у него еще. 3-4. Ладно, с такой дали-то попасть сложно. Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. Окей. Кастуем паралич. Кастуем хоть что-то, не знаю. Хорошо. Поехали. Я по 3 урона всего. Ну, хотя бы 3 на самом деле. Да езжу, паралич наложили. Отлично, фикус, давай, арай, добивай. Круто. Осталось подойти поближе. Добить к сволочи. Ну давай, двигайся, двигайся, родной. Пожалуйста. Ну давай двигаться, а. Ай, скотина. Есть. Ну вот, наконец-таки. И пошел. Может, добьем его камушками, а? Нет, нифига. Окей. Ну ё, перный бабай, а? Ну чё, издеваетесь, что ли, недавно? Вот, да. Давайте, 3 хп, ребят. Ну, 3 хп. Жесть. Давай, рога. Отлично. 1800 опыта. Куча навыков. И чехпы. Неплохо. Да, вот так не отошли еще от монастыря на шаг, да, можно сказать. Как уже, блин. А, подождите, не доспал. Так уже два боя таких неприятных. Вейс долбануло в одном из них.
что у нас до уровня? 51 тысяча. Офигеть. Я слушаю. Офигеть. Да. Плохо. Плохо. Я слушаю. Фим, еще раз. Немножко магию качнули просто. Чуть-чуть совсем. Ну так. Бывает. Правда ведь? Я слушаю. Просто не хотел ночью идти, честно сказать. Да. Всего лишь навсего. Видите, да, кто там впереди? Я слушаю. Новые враги. Сволочи. А, Грозный воин, 8 растений. Зашибись. Просто зашибись. Твою ж ты тут! Мы здорово влипли! Да не говори твою ж ты тут. Ладно, сейчас что мы попробуем сделать. Давайте безумие на них попробуем кастануть. Будет сделано. Обморожение попробуем на них кастануть. Ангела-хранителя. Хорошо. Есть. Будет сделано. Нужно просто развернуться варами в лицо им, как бы. Красные маки, а 8-й левел. Что они вообще около монастыря делали, я хз. Да вроде мы развернулись, да? Значит так. 31 урон, а вторая, хорош, фикс, правда, мажет плохо. Димыч тоже может. Два раза. Пошел ангел-хранитель. Безумие не получилось, да? Обморожение тоже не получилось. У нас слишком раненый уровень. Так, вот давайте только без рук. Будет сделано. Хорошо. Да. Хорошо. Заснул. Магический экран же у нас есть, а ёпперный бабай. Ратуекс имбрис. Нифига на них безумие не накладывается, и фиг сможет. Че, все заснули, что ли, да? Ошибись. Хрена магические экраны все спят, блин. Ладно, делаем так. Блин, вообще не хочу с ними биться, честное слово. Сволочи, они идут. Они ко мне идут. Давай ты будешь другом, а? Мы сейчас от них попробуем сбежать, а? Есть! Монастырь сможем. А два уровня старше их просто не убью, к сожалению. А там еще кто-то, смотрите. Жесть, кто-то поспали, блин. Ах.
Да, нафиг, нафиг, еще раз нафиг. Я слушаю. Да. Плохо. Отдыхаем, короче. Они из монастыря, они не попад. Заходим с разных сторон. Мать вашу. В монастыре своих, блин, кучи гадов. Я слушаю. Я слушаю. В принципе, на нас все наложено. По идее, мы можем идти дальше. Может быть, это маки. Свежим мясом запахло. Сбежали. Что? По крайней мере, я бы тут так хотел вообще. Так, ну давай, что ж, безумием. Ядокрабы, блин, нафиг ядокрабы. Будет сделано. Панцирных этих надо. А там растения где, сзади что ли? Будет сделано. Блин, если эти растения еще туда впишутся. Короче, ладно, делаем так. Ничего не могу найти. Делаем так, спим. Может, они там уйдут, пока мы поспим. Постройте-ка их! А, отлично, блин, зашибись. Ой, зашибись, а, зашибись. А, всего лишь-то сколько там? По 17. 17 крыс. Ерунда. Откуда вы тут взялись? Я же все с вас перебил, а? И 7 уровня, блин, ну, дурдом какой-то. Правда, не все 7. Шесть крыс 7. Еще забери. Да я не говори, Мишка. Еще забери, тут сволочь 17 грызет, а поганец. Чую, как больно-то. Зашибись. Тошнит. Окей. Хорошо. Сделано. Ну, вроде нормально, все, поехали. Да будь оно все проклято. А ты попадай, все будет хорошо. А ты безумие налажилось. Может, они друг друга будут жрать. Камни неплохо, кстати, долбанули. Действительно неплохо. Блин, пока не походит, год пройдет. Вроде у меня скорость хода мобов стоит максимально. Ладно, не беда, крысы в панике, то есть безумие, так что все хорошо, они друг друга жрут, это отлично. Правда ведь? Правда. Сейчас мы на них еще что-нибудь типа зуда кастанем, правда ведь? Будет сделано. Тут повторим град камней. Окей.
А тут мы кастанем что-нибудь типа магического экрана. Нет, вообще не магический экран, погодите. Ангел-хранителя на него. Хорошо. Да не лечение, ёпрос, это. Если и лечить, тогда уж вот кого. Хорошо. Так, а тут разве нет у тебя этой магии-то, а? Где твоя магия-то, блин? Тут звук. Будет сделано. Значит, тут что ли? Щит отстрел, да? Ладно, щит отстрел потом, игра от камней сейчас более важен. Поехали. Можно было, кстати, еще и подышать нашими варами. Ну ладно. Никак нас монастырь не отпускает. Никак выйти оттуда не можем. Ну зашибись, спасибо тебе, Вейс, а. Извини, да, конечно. Гений может ошибиться. Взял, наложил на нас, блин, раздражение. Офигеть. Красавец. Ах, ладно. Так, крыс вроде не так много осталось. Бьют нас, правда, конечно. Ну, они тоже друг друга бьют. Ладно, безумие на нас не наложи, ладно, пожалуйста. Я знаю, что ты можешь, но ну, не надо, ладно, по-братски прошу. Морожение поехало. Окей. Лечение, магический экран. Магический экран можно кстати на самом деле. Да, били еще одну крысу, осталось всего 10. 10, не 17, правда? Вот я о том же. Еще раз побезумели. Ну давайте, давайте. Блин. Сколько ж вас тут, а, сволочи-то. Лезут и лезут, а. Отлично, арай, давай фикус так же, а. Эх, не хватило чуть-чуть. 7 урона, больно. 8 урона, ёперность, это еще и безумие. Ой, лечение. Лечить легкие раны, может быть это сможет снять с него, хотя это вряд ли, конечно. Щит отстрел. Есть. Целая крыса, 24 хп, правда, всего у нее. Но она цельная. Не вылечили мы, конечно, от безумия. Эх, крыса зубастая, блин. А, щит отстрел провалился. Зашибись. Все из-за этого раздражения. Все это из-за раздражения. Давайте вары подышим, а? По-братски. О! Яростно атаковал Арая. Хорошо, что блин промазал. Ай, да я вижу, что тебе досталось. Будет сделано. Ай, скотство. Хорошо. Что у нас есть? Обморожение у нас есть, да? Ну, да, есть. Окей. Только на себя не наложи, братюня. Кенич, по-братски прошу, не надо. Ай, блин, бедный фикус с ума сошел, а. Хрен там. Ну блин, попадай, родной. Фикс тоже промазал по крысе.
Хорошо, что без аварии. Все нормально. Да это круто, что с тобой все нормально практически. Будет сделано. Хорошо. Просто зашибись. Учение. Хорошо. Удар звуком, не знаю, ну хоть что-то надо делать, правда ведь? Окей. Давай, ну единица, но это не серьезно, Димыч, и промах. 8, отлично. Бешеная крыса загрызла бешеную крысу, что ли? Ну что, фикус нас не зарубил, блин, какого-то мага нашел ни одного. Одна крыса сбежала, круто. Другая прибежала. Там еще 7 крыс. Йоу, перный бабай. Сейчас нашего этого долбанул походу, да? Будет сделано. У тебя осталось лечение, у тебя не осталось лечения, да? Хорошо. Окей. Давай обморозь их, а по полной, пожалуйста, братюнь. Подлечили. Не пролежаться, не прошла ни сюда. Вылечили Димыча. Так. Варя, давайте. Вся надежда на вас, Варя. Блин, мажет. Фикус вообще беспомощно лопочет. Красавец. Ай, блин. Хорошо. Что у нас тут? Что у нас тут? У нас излечение, да? Будет сделано. Что у нас тут? Что у нас тут? Град камней. У нас вообще ничего не осталось, кроме света. Ну, дайте светка ставить. Хотя бы. 3, но это не урон. Ну давай 10, там 20, блин. Еще одна крыса сзади. Ёперный бабай, а? Ёперный бабай. Жесть. Мажет. Ну фикс тем более промажет. Просто с ума сошел. Какой нахер тебе спать? Спать ему, блин. Хорошо. Лечение. Будет сделано. У нас же тут было. Энергия. 2 требует. Я будет 2. Окей. Ну давай, родной, давай. Бей их всех. Фикус, отпустил уж тебя. Промах, промах. За мной почти. Иракамас. А лечение кончилось. Почти. Это фигово. Если сейчас наши вары не начнут попадать, мы нахрен нифига этот бой не выиграем. Ну, косой фикус. Наконец-таки попал хотя бы. Лечение. Свет, ну чтобы хоть качать, не знаю, свет. Лечение легких ран. Хорошо. Давай, Дымыч, давай. Они там полудохлые все. Ну, 4 хп осталось. Тошнота.
Камас! Вары, давайте, я знаю, вы можете, блин, Вары. Правда, там еще, блин, где-то проще. Машет орай. Фикс попадает, красавец. Мне тут досталось. Я понимаю, что тебе тут досталось, брат. Ну что я могу сделать? Вот ты. Ты именно что ни хрена не могу сделать. Все, короче. Приплыли. Мне нужно еще. Я знаю, что тебе нужно еще. Ратуекс Пимбрис. Даже этот не наложился. Зуб. Но осталось три крысы всего лишь. Давай, фикус, айс. Арай, то есть, давайте. Ну фикус! Беспомощно лопочет, ёпперный бабай, а. Нас же тут сожрут нахрен, а. Вот это отпустило. Со мной почти все нормально. Будет сделано. Будет сделано. Боюсь, все приятно. Окей. Нихера тут нету. Все дещелка, только разум, блин, и все. Будет Руби что-то дать магии разума. Мас мою качаем один хрен. Ничего из магии нету, блин. Да я знаю, давай, бей, попадай. Можно было дышнуть, может быть, фикусом, а. Как она всех тут не убила. Не прокатило, безумие. Мажет. А, без урона вообще, сил не хватило. Арай добил. Хорош. Боль — это просто состояние души. Да-д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 а. Я с тобой согласен. Экипировка. Молодец, Димыч, молодец. Давайте, давай, давай, добивай его. Он там 18 хп всего лишь. Ну, фикус, давай, братан. Хорошо. Блин, бой какой-то. Вроде, ну они, да, там 7 уровня крысы, но все равно. Сложный бой из-за того, что у нас маги кончаются, качаются своеобразно. Арай заснул. Ну фикус, давай, блин. Зашибись, давай, давай, Димыч. Ну, мажет, мажет, мажет. Вары, давайте, блин, вары. Пожалуйста. Фикус, в ответ, ну давай, запили ему, блин, в рожу. Давай. Отлично. 3200 опыта. Новый ранг. Фу, ой, смотрите, сколько всего поднял. Кенич вообще красава. Фу. Ничего не найдем. Нет! Нет! Нет, 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 нет. Будет сделано. Ну, хотя это такие крысы слабенькие. Вроде как, да? Пец там этих крыс тут, блин, обитает. Это просто какая-то задница. Так, давайте сейвимся и спим. Здесь нас суд никто не потревожит. Это просто ух, зараза-то, а? Так, качаем наших магов, этих варов. Ладно, и то же. И рога наш, рога наш.
к замке ловушки, скрытность, двойное оружие. Фух. Да, это, конечно... Это, конечно, блин... Жестоко было, честно скажу вам. Это, конечно, было жестоко, я вам честно скажу. Но поучительно. Жестоко, но поучительно. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. С вами был Пикахиро Хигаши. И всем пока-пока. Надеюсь, в следующей серии мы все-таки выйдем из монастыря.